Где бы вы ни были, мы рады вам на футболе. Привет! Ваши комментаторы сегодня Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Встреча таких команд не должна никого оставить равнодушными. Все внимание на поле. Отличный футбол ждет нас сегодня. Здорово, что мы снова на футболе. Я не вижу свободных мест на трибунах. Команды будут играть в потрясающей атмосфере. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Место в воротах займет Петр Шмейхель. В обороне Десаи сыграет с Фабио Канноваро. Лотар Матеос начнет с Зиданом в центре полузащиты. В нападении Кенни Далглиш с Эрнаном Креспо. Вот в каком сочетании сегодня вторая команда вышла на поле. Марк-Андре Тер Штеген сегодня в воротах. В защите Алаба играет с Америком Лапортом. Мохамед Салах начинает с Лео Месси по краям в средней линии. И нападение с первых минут представлено в лице Бензема. Команды начинают эту игру. Поехали. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Далглиш. Удар. Рядом со штангой мяч проходит. Неплохой получился удар. Чуть поточнее, и точно был бы гол. Когда на поле Роналдиньо, всегда матч получается интересным. Он может украсить любой матч. Он замечательно взаимодействует с партнерами и сам передачи может отдать, и чувствует, когда надо открыться. Игрок, конечно, уникальный. Очень хорошо сыграно соперником. Прессинговали они и забрали мяч себе. По флангу идет атака, и есть тут свободное пространство. Можно забивать. Гол! Как здорово он сыграл и отправил первый мяч в сетку ворот. Повтор гола у нас. Очень хорошо они в контратаке сыграли перед тем, как забить. И в ворота бил он уже с очень близкого расстояния. Так что тут шансов промахнуться не было. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Карим Бензема. Горецко. Мохамед Салах. Терпеливо разыгрывают мяч, ищут идеальный шанс. Погба. Надо забивать и сравнивать счет. И справляется вратарь с этим ударом. Через пас угловой разыграли. Давид Алаба. Выигрывает борьбу у соперника.
довели дело до удара, но застать вратаря врасплох не удалось. Он был заранее готов к прыжку. В центр штрафной подан мяч с углового. Вот так пока отделался устным предупреждением. Да, теперь можно прослыть хорошим и воспитанным футболистом. Свободная зона на фланге, можно идти вперед. Мяч перехвачен, очень вовремя эта атака могла получиться опасной. Классная игра в отборе, и за боковой мяч будут вводить. Пас не получается, перехват. Ну, никого же рядом не было. Однако мяч сохранить не удалось. Зинедин Зидан. Такого игрока нелегко пройти один в один. Посмотрите, как четко он отобрал мяч. Отличный шанс есть для контратаки. Поддерживает он атаку с фланга. Прекрасная игра защитников в штрафной. Салах с мячом. Сейчас надо сравнивать, как играет вратарь. Эрнан Креспо. Шанс забить сейчас. Отражает мяч Тер Штеген. Вот и все. С этой атакой покончено. Отличный отбор мяча. Мохаммед Салах. Бензема. Очень хороший перехват он сделал сейчас. Есть партнеры в атаке с ним. Мохаммед Салах. Высоко они играют сейчас, и мяч перехватили. Это Леон Горецко. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Да, это могло быть очень опасно, но обороняющаяся команда сыграла очень четко в обороне и не допустила худшего. Н'Голо Канте. Снова на Бензема. Салах! Удар приходится точно в голкипера. Хорошо в прессинге играет соперник. Может он сравнять счет? И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. Посмотрите еще раз на гол. Хорошо на повторе видно, что защитник в голевой атаке потерял позицию ненадолго. Но этого хватило нападению, чтобы отправить мяч в ворота. Счет снова равный, 1-1.
Мы уже знаем, сколько добавили к основному времени. Играть еще 2 минуты. Салах. Салах с мячом. Это всегда интересно. Погба. Момент у поля Погба. И все на этом. Первый тайм завершен. И команды уходят на перерыв. Команды начинают эту игру. Поехали. Удар. И второй тайм у нас начинается. Пока что непонятно, кто лучше играет сегодня. Счет на табло ничейный. Н'Голо Канте. Канте в атаке. Есть варианты для передачи. Отличный перехват. И он заканчивает атаку. Мохамед Салах. Леон Горецко. Рискованный подкат в штрафной площади. Салах с мячом. Можно забивать. Блокирует удар игрок. И есть гол! Давайте еще раз посмотрим гол. Тут отличная игра корпусом. Не было шансов у защитников добраться до мяча. Действительно классная игра. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Зинедин Зидан. Может Салах пас отдать. Это Леон Горецко. На этом атака заканчивается. Отличный перехват. Все возможности для контратаки перед ними. Нужно бить. Трибуны очень просят. Болельщики прямо-таки требовали удара. И он последовал. Опасно получилось. Попади в створ, думаю, был бы гол. И как неудачно вратарь играет. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Мохамед Салах. До ворот уже было недалеко, но мяч отобран. Может Салах забивать сейчас. Вратарь в игре тащит этот удар. Есть варианты для развития контратаки. Нужно играть быстрее. Он классно играет в прессинге. Мяч перехвачен. Далглиш. Можно забивать здесь. Он здорово играет, не дает пробить. Нужен свежий игрок на поле, будет замена. Он решил разыграть мяч, а не подавать в штрафную. Это Далглиш бьет. Терштеген без проблем забирает мяч. Салах. Один соперник отыгран, идет вперед он. Вынос не получился и опасность сохраняется. Не получилось ничего создать в этой атаке. Есть шанс развернуть контратаку.
Он накручивает соперников одного за другим. И в этом мяче весь Кенни Далглиш. Да, таких мячей он немало положил за свою карьеру. Отличная контратака получилась. И главное, что получилось забить, повторяют нам этот момент. И забил, как классно ушел из-под прессинга со стороны защиты и отправил мяч точно в створ. Два-два, у нас снова равенство. Педри. Поль Погба. Какой хороший перехват. Прерывает опасную передачу защиты. На желтую тут вполне наиграл. Это предупреждение. Помогает ему партнер в атаке. Вот он шанс, можно выйти вперед. Удар в перекладину. Это пенальти! Нужно забивать и снова выходить вперед. И забивает он с пенальти. Вот так у нас складывается концовка матча. Теперь у нас есть и лидер. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Надо забивать! И мяч все-таки влетает в ворота. И снова восстановлен статус-кво. Потрясающая развязка, но еще есть немного времени. Может быть, мы увидим еще один мяч в ворота. Хорошо на повторе видно, как здорово он обыграл защитника. Да, и очень классно сыграно в завершении. Выход 1-1, а потом мощный результативный удар, который голкиперу просто шансов не оставил. Прекрасная комбинация. На поле снова равенство. 3-3. Впереди еще 10 минут. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Контратака продолжается. Вынести мяч как следует не удалось. Атака продолжается. Зинедин Зидан. Такое впечатление, целил в угловой флаг. Свежего игрока в игру выпустил. Не хотят они играть в ничью сегодня и идут вперед в самой концовке матча. Тони Кросс. Мохамед Салах.
Вратарь справляется с ударом, но мяч в игре. Была надежда на опасную атаку, но не получилось. Судья решил добавить 3 минуты. Кенни Далглиш. Матеус с мячом. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. А вот и гол! Да, ничьей, скорее всего, сегодня мы не увидим. А ведь игра до этого момента шла относительно равная, но теперь вот этот мяч может решить исход всей встречи. Невероятная развязка. Все уже вроде бы и смирились, и уверовали в ничейный исход, но они, похоже, забивают и вырывают победу в концовке. Вот и все. Финальный свисток фиксирует победу хозяев. Хорошая игра перед своими болельщиками. Всего в один гол разница в счете. Такая победа дорогого стоит, потому что, судя по игрокам, все выложились по полной. Рабочая победа. Ну что, по-моему, Кенни Далглиш сегодня сыграл просто выше всяких похвал. Константин? Ну что тут еще скажешь? Замечательное настроение, замечательная игра. Его дубль помог команде одержать сегодня важную победу, а он сам пополнил свой голевой запас.